Зульфия Халилова, Нурия Махмеджанова, Альфия Исугова. Мы объездили очень много стран, в арабских странах были, и в Тунисе, в Марокко, в Иране, в Иордании, в Саудовской Аравии, в Турции. И нам было приятно, что мы были, нам говорили, вы мусульмане России. И нас все понимали, потому что пели мы все наши салаваты на одном языке. Поэтому все люди, вот еще раз мы убедились, братья, к храму главное относиться с добром и с миром. Правда? Как мы все живем. И одно из наших произведений мы исполним вот сейчас, называется «Салават». А перевела на татарский вам московская поэтесса Назиба Калимова Ассалятова. Это духовные песни, но и на русском. И часто нас приглашают на православные праздники, на иудейские праздники. Иосиф Давыдович Кобзон называет нас мусульманский хор. Вот такой у нас еще есть девочки в полный состав. Очень много уже было девочек, которые вышли замуж, уже много родили детей, альхамдулля, но не забывают, приходят вновь с нами в концерты, выступают. И сейчас мы хотим исполнить произведение, которое очень любят тоже другие конфессии. Называется оно «Бисмилляхи рахмани рахим».
кто знает это обращение к Всевышнему во имя Всевышнего, милостивого и милосердного. И каждой религии, каждый человек начинает этими словами любое дело, свой день. Бисмилля и рахме и рахим. Спасибо.